Меня зовут Елизавета Тимук, и я студентка Енисейского педагогического колледжа специальности преподавания в начальных классах. Я люблю учиться и стараюсь развиваться в тех направлениях, которые мне интересны. Я вас приглашаю в галерею моих увлечений, хобби и профессионального становления. У меня есть музыкальное образование. Я владею игрой на фортепиано, и с музыкальным коллективом мы принимали участие в конкурсе «Я могу» в Казахстане. Заняли первое место и очень этим гордимся. С самого детства со своим отцом я езжу на сплавы. У меня есть второй туристический разряд. На несколько дней мы удаляемся от цивилизации и отлично проводим время, наполняя себя энергией и выбрасывая адреналин. В колледже я начала заниматься в студенческом телевидении «Простуда ТВ», осваиваю особенности работы корреспондента и очень этому рада. Одно из моих увлечений – танцы. В этом году я приняла участие в конкурсной программе студенческого бала, посвященному Дню российского студенчества. Я люблю читать книги. Мой любимый писатель – Антуан де Сент-Экзюпери. Мои любимые поэты – Джоан Роулинг, Роберт Рождественский и Александр Сергеевич Пушкин. Свободное время я посвящаю занятиям творчеством. Я люблю свою студенческую группу и люблю взаимодействовать с сокурсниками, потому что вместе мы дружная команда и всегда добиваемся успехов. Профессия, которую я выбрала, предусматривает всестороннее самообразование, потому что учитель – это образец постоянного саморазвития. Учиться и уметь применять свои знания на практике – вот, на мой взгляд, заповедь человека, желающего стать профессионалом своего дела. Я люблю детей, потому что они заряжают меня энергией. Хочу помогать ребятам развиваться и открываться. Хочу научить их доброте, честности и искренности. Дети – это белый лист, а ты художник и творец, и твоя задача – сотворить шедевр. Это как 7 нот, с помощью которых тебе надо написать мелодию, как глина, из которой тебе надо изваять скульптуру. Поступив в Енисейский педагогический колледж, я осваиваю профессию учителя начальных классов, не усомнившись в своем выборе. Сегодня я уверена, что мои планы на будущее будут связаны с педагогической деятельностью. Я планирую получить высшее образование и осуществить свою мечту о создании собственного центра для работы с разными категориями детей, где они будут иметь возможность развиваться, окруженные вниманием, заботой и любовью.